高兴参加我们这次这个手工艺陶艺研讨会的这个论坛。我代表这个中国的这个黑陶来参与这次活动，也非常荣幸，来到这个美丽的城市，让我感觉到宾至如归。那么今天我带来了我们这个中国最有典型代表性的黑陶。那么黑陶代表了这个华夏民族的这个智慧和这个它的这个制陶的这种工艺的巅峰。我希望能那个把这种非常棒的这个制陶的技艺传播到这个全世界。Thank you， 谢谢。Thank you very much。Assalomu alaykum. Avvalo xush kelibsizlar Roshidonga. Mana shu bugungi forumdan sizlarda o'z taassurotlaringiz. Вот ещё одна участница нашего форума Бурлаченко Евгения. Добро пожаловать, Риштан. И ваши впечатления? В Назио, не тарим плача. Ай чашати помос, гад. Вами вместе будем комментать. Вем димутя, лукрели, димут цель. И какой впечатление нас ждет наш городок? Очень потрясающе. Фартигун. Тут Узбекистан є Минунат, да, Рештан є, как сказать, изюм. Изюм. Там очень все красиво. Абрикосами там еще. Все, да, я в том смысле, что это очень красивый и очень богатый край нашими коллегами и невероятной керамикой, невероятными студиями, мастерскими. И, конечно, ваши мастера, потрясающие художники. Это видно, что из поколения в поколение передается это творчество и это ремесло. И очень хорошо, что вы продолжаете это делать и учите своих детей, и государство способствует этому ремеслу. Это очень приятно. Спасибо большое. Спасибо Я большое. Очень рада быть в вашей прекрасной стране, в этом прекрасном городе, на этом форуме. Благодарю за приглашение. Приятно слышать Спасибо. От вас. Спасибо, Евгений. И вам успехов, труде и радости жизни. Спасибо. Всего Спасибо. Доброго. До свидания. До свидания. Казарт, все отлично, все красиво здесь. Организаторам спасибо большое. Все там хорошо организовали. Можно все увидеть здесь. Спасибо большое. Ваше имя, фамилия? Гулистан Курбан Сакедова. Я Туркменистан. Из Туркменистана приехала. Приятно познакомиться. Добро пожаловать, Риштан. Спасибо большое. Это был Казахстан Куни инструмент номер 6-й ғасырларда осында инструмент болған екен. Басында үскірік деп айтқан, кейіннен састырнай деп айтылған. Ойнап айтса осылай, мына бір даланың бір желдің дыбысын береді.